За единую Беларусь. В Минске в эти минуты проходит традиционный субботний автопробег. В этот раз с праздничным колоритом. Новый год не за горами, это чувствуется по декору машин. Кроме национальной символики, мишура и гирлянды. Среди участников проходит конкурс по лучшему украшению авто. И, конечно, важно подарить праздник тем, кому не хватает родительского тепла. Подарки для детей из детских домов и интернатов можно было оставлять под специальной елкой несколько выходных подряд. Они найдут своих обладателей уже в ближайшую неделю. За Беларусь! За Беларусь! За Беларусь! Мы уже сегодня четвертый раз хотим высказать свою позицию, что мы за единую Беларусь, за мир. И еще деткам из детского дома подарки купили. Наше авто едет за единую Беларусь и за то, чтобы мы хотим, чтобы нам больше и больше людей присоединялось к нашему маршруту. И ну, хотим в Новый год вступить единым, как говорится, коллективом, единой страной, и, ну, чтобы все было хорошо. Мы желаем нашей стране единства, чтобы мы объединились. И поняли, что мы можем в этой ситуации сделать такого, чтобы мы объединились, чтобы мы приняли друг друга, что нам нечего делить накануне праздников новогодних. И пошли в Новый год в мире, любви. Автопробеги за единую Беларусь не заканчиваются. В новогодние праздники новые интересные маршруты.